Короткое обозрение. В общем, купил я Galaxy A14. Здесь есть очень короткое руководство. Тут это значит идет в этой упаковке руководство. Здесь как установить сим-карту на русском языке. Вот. Что здесь еще? Это этикетка. Это булавочка для установки сим-карты. В общем, вот кто ни разу не видел Самсунги, вот здесь сбоку втыкаешь булавку в корпус, маленькая дырочка, и слегка нажимаешь. Вот, и она вот такая, она выпрыгивает рамка, когда нажмешь булавкой. Вот такая вот рамочка. Она высовывается полностью. Вот это отдел для карты памяти большой и две сим-карты, первая и вторая. Вот, и обратно аккуратно точно так ее вставляешь, только это аккуратно, она очень тоненькая. Вот так слегка ее жмешь, и она туда уходит. Вот, не сломайте, это аккуратно надо. Вот, ну что самое главное, хочу сказать, все вроде нормально работает, но правда здесь нету Samsung Max, потому что Samsung Max у меня, ну, на других моделях он открывал Twitter, вот, потому что, ну, Twitter разрешен в России, но он там сервер просто замедленный, и он не работает. Вот, правда, на этом я пока не нашел, то есть я, может, в приложении посмотрю. Ну что еще интересно, когда его открываешь, он все мне, все приложения уже установил туда, Microsoft, вот это OneDrive из Microsoft. Я сейчас просто включил его, установил сим-карту, все эти приложения стер. Вот, то есть там куча приложений. Ну что еще интересно? А, самое главное, мне в магазине говорят, почитайте внимательно, что тут написано. Вот, здесь написано, в общем, безграничный экран, три камеры, основная 50 мегапикселей, емкий аккумулятор. А мелкий я не стал читать. А тут, в общем, написано тонкие рамки экрана, тонкие. Второе, фактическое. Что такое тонкие рамки экрана? Не знаю, что такое. Второе. Фактическая видимая область меньше из-за закругленных углов. Разрешение у экрана 2308 на 1080. И типичное значение, номинальное значение может отличаться. И в самом низу написано, зарядное устройство продается отдельно. Вот, в общем, самое главное, когда вы покупаете вот этот Galaxy A14, не забудьте купить зарядное устройство. А я привык, у нас же, ну, никогда такого, всегда зарядное шло вместе с телефоном. Я пришел домой, в общем, гляжу, зарядного, ну, и упаковка тонкая, я сразу что-то заподозрил. А главное, я там долго был в магазине, но мне надо было еще там понакупить вещей, вот эти штативы всякие. И я прихожу домой, что-то тоненькая упаковка, а здесь нету зарядки. Я вот так удивился. Ну, еще тут зарядка, это современное вот это вот гнездо, можете посмотреть. Она, видите, закругленная вот здесь с двух сторон. Это USB-C, по-моему, да, это новый стандарт. Вот на старых телефонах там другое, то есть, ну, просто в магазин возьмете телефон, покажете им. То есть сюда надо специальное вот это современное зарядное устройство. По-моему, USB-C она называется. Только это, наверное, микро-USB-C. Вот. И я, в общем, пришел домой, а зарядного устройства нету. Но я включил, там было 30-40%. Но я посмотрел, что он, ну, экран все красиво светится. Ну, еще, вот, чтобы все до конца рассказать, зачем-то дается вот такой соединительный клюк, этот шнур USB-C. Ну вот вы их тут можете увидеть. Они, видите, круглые с двух сторон. И он одинаковый с двух сторон. То есть для чего он? Ну это я не знаю, наверное, современные ноутбуки тоже он подходит. Но к моему не подойдет, у меня старинный.
меня старинный Dell, вот, и вот это вот такой, они еще USB шнур дают. Вот. Ну вот, в общем, я все вам рассказал про этот Galaxy A14. Ну и спецификации на нем Android 13 я прочитал. Ну, память у него, да, побольше, чем у меня был дешевый Galaxy. На этом то ли 64 гигабайт. Там было написано 20 гигабайт занято под приложение. Вот. Но у меня была старинная модель Galaxy. Там вообще, наверное, был 1 гигабайт. Вот. Ну, как сказать, у меня вообще смешанные чувства. Мне именно почему-то дешевый, почему-то Galaxy понравился больше. Но это тоже бюджетный, в общем, за 15 тысяч я взял. Ну, вот это все обозрение Galaxy A14.